Доброе утро, Полтава. Мы в офисе 1580 узнаем о прошедших событиях за последние сутки. Доброе утро, Сергей. Доброе утро. Расскажите, что произошло. Мы узнаем про одну аварию уже, опубликовали. Да, за сутки информация у нас поступила в 6.28 сегодня с утра. Женщина попала под колеса автобуса на остановке Тысячесторичья. На перекрестке Фрунзе улицы Тысячесторичья. И есть у нас информация еще про одно ДТП на улице Чудевской. Женщина 44 года, доставлена в травмпункт, закрытая черепная мозговая травма. На сегодня у нас... Да. На сегодня у нас ожидается по погоде 0 градусов, поэтому должен быть гололед. Поэтому хочу попросить наших предпринимателей, все сегодня шли на работу, видели, что тротуары у нас скользкие. И да, люди замерзают. Работники ЖЭК сейчас максимально все вышли, около 300 дворников. И ЖЭК, и декоративные культуры, видно, что уже посыпано. Но возле магазинов, возле своих предпринимателей, просьба, чтобы субъекты господаривания свои территории убрали. Максимально посыпали, чтобы не было у нас еще таких случаев. Обращались еще... ли люди в травмпункт, не выясняли? Да, смотрели. Есть информация по травмпунктам, но мы берем ближе к 4 часам. Я тогда вам сообщу информацию, что у нас ближе к 4. За прошедшие сутки у нас есть 3 отключения еще по газу. Это улицы Европейская 113А, Европейская 113 и 23 сентября 7. На всех 3 адресах зафиксирован выток газа. Также у нас есть отключение по холодной воде Пушкина 45Б, Горбаневская 4. Там у нас раскопка и порыв на воде. И по электроэнергии у нас отключенный один дом, Соборности 27, подъезд 7. Вчера поступила информация про то, что в подвале топит щитовую. Сегодня ЖЭК уже будет заканчивать работу. Я думаю, что там по откачке будут проводить работу и будут запускать. Чтобы не возникали, отключили электроэнергию, да? Ну, в принципе, это все за сегодня. Смотрите под ноги, ходите аккуратно и приходите аккуратно на дорогу. Вам хорошей недели, окончания недели и хорошего настроения. Спасибо, Сергей. Спасибо вам.